26-летняя Гаар Аветисян ждет первенца. Мастер по макияжу рассказала поклонникам об отношениях с отцом своего будущего ребенка. В минувшие выходные брюнетка сообщила, что станет мамой. Многие фолловеры удивились, так как даже не знали, что у Гаар есть возлюбленный. Своего мужчину брюнетка показала только раз. После Нового года она опубликовала их совместное фото у праздничного стола. Лицо бойфренда звезда скрыла смайликом. Аветисян рассказала, что ее возлюбленный ненавидит соцсети и не хочет в них светиться. После сообщения о беременности мастера по визажу засыпали вопросами, вышла ли она замуж. «Такое ощущение, что я нашел у Малахова. Такие вопросы, так, нужно разобраться в тебе», — удивилась Гаар, но все-таки пролила немного светла на свой тайный роман. У армян ЗАГС не так важен, как семейное одобрение. И даже в первый раз, когда я была замужем, ЗАГСа не было. Хотя все думали, что мы в официальном браке. В рамках Инстаграма выходит, что если ты надела белое платье, пригласила 1000 гостей, вы посидели в ресторане, то ты официально замужем. Я решила обойтись без этой огромной церемонии. Все было по-скромному, тихо, молча. Если вы публично не увидели меня в белом платье за большим мероприятием, это не значит, что я тихо этого не сделала. Все было по-тихому и на этот раз без пиара второй половины, высказалась Аветисян в Instagram Stories. Звезда также рассказала, что пока не знает пол будущего малыша, поэтому имя они с возлюбленным не выбрали. В 2018 году Гаар рассталась с первым мужем, бизнесменом Вагиком Мартиросяном. Их брак продлился 2 года. В августе визажист призналась, что после разрыва ей стало трудно находиться на свадьбах подруг. Тогда брюнетка добавила, что у нее самой второй свадьбы точно не будет. После расставания с первым мужем Гаар сильно похудела. Результат ее преображения можно посмотреть здесь. Аветисян сама сообщила о беременности, поблагодарив Бога за исполнение мечты.